Доброе утро из Австралии, из Дарвина. Это раннее-раннее утро, еще вот только рассвет пробивается. Но выйдя на балкон, я увидела вот что. Это радуга. Радуга прямо передо мной. Смотрите, она огромная. Вот там наверху она уходит в небо, в тучи. И продолжается вот здесь. Очень пасмурно, всю ночь был дождь, и все еще молния где-то вдалеке, и гром. Не знаю, слышно вам или нет, похоже, что весь день будет такая погода. И вы знаете, свежо, свежо, даже так ветерком обдувает, можно сказать, прохладно. Но днем все равно будет не ниже 30 градусов. Это я знаю точно. Потому что это Дарвин, здесь тропический климат. Да, сейчас wet season, сезон дождей. Но температура здесь одинаковая, круглый год. Сегодня понедельник. Всем, друзья, хорошего понедельника, хорошего начала недели. Больше успеха, удачи, приятных каких-то моментов.